Всем... Ну давай, да, разрезай эту хуйню. Да блядь, ебало запалил. Ладно. Ну ладно, ты стикер подставишь, да? Ты точно его подставишь? Ну да, возможно. Ну ладно, шучу, конечно, я поставлю. Да, тебе разрезай на две части. Раз, два, три. Нихуя ты мощный. Я каратист. Пробуем, пробуем. Блин, на свайный батончик в пизду. Какое говно. Более-менее. Бывало и хуже. Вот взяли, блядь, сухой травы, блядь. Скомкали. Изюма туда. Да. Слишком дохуя изюма. Вкус. Ну, плесень вообще хуйня. Да. Как будто ты, блядь, ешь порох, блядь. Твоего... Прах твоего деда, блядь, ешь. Тоже вкус каких-то лекарств. Гематоген как будто. Да. Гематоген, блядь, для... Не знаю. Хуй знает. Ну как, плюс-минус нормальный. Если в Африке идти и ничего есть, то это самое то. Ну, короче, вот так вот самый класс. В середине и хуйня. Ну, вот так вот. Сколько по 10 баллов шаре? Ну, блин. 4. Я поставлю 6. Ну, более-менее, нормально. Не, типа, я 4 поставил за какой-то там... И... Что-то наподобие вкуса есть. Я поставил, потому что... Ну, мне нравится кокос и его вкус. Ну, мне еще не такой кокос нравится. Да. Ну что, любые кокосы вкусные. Что это? О, нет, это же кавер на пошлую Молли. Если вы на ролике... Блядь, упал кавер. Короче, пацаны, если вы наберете 40 лайков на... Реакции на пошлую Молли клип, да. Мы опускаем свой кавер, благо петь, играть мы умеем. Да, ну не факт, что еще гитара будет почитать. Да, но блядь, все мы в медиум забьем, похуй. Да, какой медиум, акустика ее. Короче... Ну как-нибудь справимся. Да. Всем свой, пока. А что летит вот отсюда? А что летит отсюда? Это же обзор на ножницы! Всем пока. Блять.